Ну что, воняет? Сейчас покажу, как это исправить. Многим, у кого есть душевая кабинка, знакома такая ситуация. К примеру, ты уезжаешь на пару дней, а вернувшись не можешь зайти в ванну, потому что вонь стоит такая, что даже кони дохнут. Всему виной вода, которая находится в сифоне. Она очень быстро испаряется и весь запах поступает в ванну. А чтобы этого избежать, когда ты уезжаешь, нужно взять пакет. Специальный пакет. После того, как ты набрал в него воды, тебе надо его завязать и заткнуть отверстие. Если же у тебя стоит декоративная накладка, тебе надо будет ее снять и проделать то же самое. Теперь неприятный запах тебе не грозит. Не воняй и делай как батя.